Американская телеведущая Карен Хадсон Сэмюэл умерла на следующий день после того, как сделала прививку от коронавируса. 68-летняя журналистка скончалась у себя дома в Детройте. За день до этого она вакцинировалась от COVID-19. Пока специалисты не могут назвать точную причину смерти, патологоанатом проведет вскрытие с целью выяснить обстоятельства произошедшего. Мы подозреваем, что это мог быть инсульт, но обычные побочные эффекты вакцины могли его замаскировать. «Надеюсь, что мы скоро все узнаем из отчета о вскрытии», – сообщил ее муж. За время карьеры на местном телеканале, вещающем для зрителей в штате Мичиган, Хадсон Сэмюэл успела поработать ведущей, продюсером и руководителем отдела новостей. Она также создала специальный музей, посвященный развитию новостного телевидения в регионе. Светлая память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.